правительства, товарищ генерал-лейтенант Чин Ван Куэн, уважаемые главы и представители иностранных дипломатических миссий, дорогие белорусские и вьетнамские друзья, дамы и господа, я хотел бы поприветствовать вас всех сегодня этим вечером. Спасибо, что почтили нас своим присутствием. Мы собрались сегодня по случаю главного национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости. Генерал Владимир Владимирович Боровиков, председатель Туанвен, Токма Беларусь, Табина. Генерал Чунгер Чипенгер, Уйвен Батчанайн Чунда, Фо-Чунгер Бокчинчи, Кутов Низан Бина. Генерал, как вы дальше, как вы чем дом мой зал, ты как так, как вы, как вы, Tôi rất vui mừng được tham dự buổi chiêu đãi kỷ niệm ngày độc lập của Cộng hòa Belarus. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi đến ngài đại sứ và qua ngài đến chính phủ và nhân dân Belarus lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.